Самослуживание инспекции, конечно, все думать подальше. Потому что он настолько простой, что, кажется... Красиво подать. Да, чем-то его сложили. Красиво подать, чем-то нормально. И, конечно же, задекорировал его сегодня золотом. Как вам биск в блюде? Великолепно. Если просто спагетти заправить, тоже тоже будет очень вкусно. Так, и, конечно, украсим его сегодня. А какой состав этого золота? Золото? Да. Ну, что золото? Золото. Что, реально золото? Золото. Да. Здесь не Мне очень интересно мнение ваше.
есть хорошо. Вот так вот. Он меняется. Знаешь, по качеству изображения? Рассказать, как делали икру? Да. Да. Смотрите, сварили крепкий, очень крепкий кофе, добавили немного пищевой краски, но только нужно очень хорошего качества, потому что плохая краска... Вроде чернила не правильно, да? Чернила нет. Вот, очень хорошую надо краску подобрать, я потому что долго искал. Крепкий кофе, сахар, хорошая краска и агар. И выбирали, допустим, шприц и выкапывали икру в холодное растительное масло. Почему холодное растительное масло? Потому что плотность высокая у масла. И она, пока не опускалась на дно, икра застывала. Если бы мы холодную воду просто, она бы не успевала застывать, и были бы лепешечки. Вот. Получилось как-то так красиво. Это вообще не просто красиво, очень красиво. До второе. Да, мы как раз... Мне это вкуснее, он нежный, воздушный, легкий, но сладкий. Еще надо смотреть Бейлиса. Бейлис очень, да. В чем ошибка многих, которые делают тирамису? Экономят на Бейлисе. Нельзя на нем экономить. Он много платит. Он точно, точно. Вот оно что. Да, если налить нормально Бейлиса, то он очень даже. А если переборщить? А если еще лучше, поверьте, Бейлис переборщить, да вы что? Невозможно. Это, ну, нет, можно даже Бейлисом забить эту всю историю. Вот. Куда еще сказать? Сергей, за ваши золотые руки. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы приходите, даете нам воздуха свежего, потому что... По меню работа не интересна, а мне меню еще интересно. Да, конечно. Мы поэтому сейчас стали до 20 числа чаще устраивать такие мероприятия. Там 11 числа мы 43-12 делаем подобные мероприятия. Ну, а тема паназерская. Паназерская. Да. Будет еще паназерская 43-12? А ну там другая будет. Да? Ну там была вообще, конечно, была. Да, другая. Там немножко... Ну,
будет интересно, когда мы будем говорить. Будет интересно, потому что там... Очень народу много было, да? Или сейчас будет все равно 12, да? Нет. Как-то было много народу. Да, много людей. Хорошо, много людей. Очень хорошо. 11 часов, 12 будет подобное мероприятие, так что если будет желание... Можно прямо сегодня записаться? Можно, чего нет. Вот. И здесь мы следующие 5 часа попробуем. 17 декабря. 17 декабря. Итальянская история, да. То, что вителла томата, там будет это обозначено. Паста там, икерия, паста. Визелла томата же готовят из розбифа, да? Из розбифа. Обычно, да? А тут будет что-то из розбифа? Нет, розбиф и соус из тунца. Вот так вот. О, да, это вообще... Да, розбиф с соусом из тунца, это прямо очень вкусно. Также мы приготовим ризотто в вермуте с угрём. Вкусно. И какую-нибудь итальянскую закуску 100% будет интересно. Завтра буду думать, как раз вот это. Давайте. Мы как раз будем дегустировать то, что вы предлагаете. Хорошо, лучше. Тоже. Нет. Скажешь тоже. Такое ощущение, что большой стол, елка, как будто же Новый год. Да, да. Это мы уже праздник, да, 12 пробило. Сейчас такой заходит Дедушка Мороз и говорит, там и повторить. Чисто Дэвис. Хорошая идея. Ну что еще сказать? Спасибо, что вы пришли и приятного. Спасибо вам большое. Проедание для ресурсов. Спасибо. Сергей, вы обещали пеленграфику показать, так что там хотя бы. Распаковочку. Зайдите. Что, почем, где продается? Олег. 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 Да, Олег. Сейчас мы покажем. Ну-ка. Какой рынок? Это копченые, да, получается? Это просто вяленые. Просто вяленые? Да, я Сергею приносил копченого, ему больше и вяленый понравился. Вяленый. Копченый тоже хорошо. Ой, такой красивый, посмотри. Шеф, а ну-ка покажите, шикарно. Выглядит просто идеально. Пойдите в день. Нет. Пусть выпустят, будет вяленый. Там еще сарган, наверное. Сарган такой красивый. Ну вы такой, кстати, мы его закупали. Такой сарган. Сарган в любом виде вкусный. Это да, пеленгас такой же самый. Да. Почему он такой белый и красивый? А знаете, потому что его ни химкой не смазывали. Потому что обычно химкой так смазывают, что он аж чайного цвета. Да, да, он такой желтый, желто-коричневый. Вот они это привозят иногда на дегустацию, мы корректируем весь вкус, и ребята все, еще раз спасибо за то, что пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Thank you.
Там даже